Здорово, чуваки! Это обзор от mob.org и я Трэш. Сегодня вы увидите: ламповый раннер, побег робота, приключения мага, апокалипсис 70-х и пошаговую зуму. Поехали! Lamphead — это игра про лампоголового человечка, который стремительно бежит в кромешной тьме, освещая только приближающиеся препятствия. Но маневрировать между острыми балками, пилами и прочими ловушками придется как сверху, так и снизу. Тапая в нужный момент, человечек будет перемещаться на другую сторону, тем самым избегая препятствий. Помимо прочего, на пути будут встречаться различные бонусы, жизни и батареи, чтобы голова не потухла. The Great Wobo Escape — это первая часть грядущих эпизодов о побеге маленького робота из огромной лаборатории. Так как ты один и у тебя совсем нет оружия, тебе предстоит либо прятаться, либо спасаться бедствием. Каждый уровень — это набор сложных головоломок, врагов и препятствий, требующих от тебя не только грамотного мышления, но и моментальных действий. В этой увлекательной стелс-аркаде тебя ждет интересный сюжет, куча загадок, врагов и боссов. Bug Magic — это приключение мастера магии, который отправился на выручку древа мира, которое поработил бог зла. Боже, кто это придумывает? В каждом из 80 уровней тебя ждет поле из 9 клеток, на которых будут появляться монстры, призраки и прочая нечисть. От тебя потребуется вовремя тапать по противникам, чтобы они не успевали атаковать твоего героя. Проиграть можно только в случае полной потери жизни. Также на клетках будут появляться различные бонусы, мины и боссы, которые одного тапа будет маловато. Снова зомби-апокалипсис, но на сей раз в лихие диско 70-е. Sundown Boogie Fright сочетает в себе как стратегию в реальном времени, так и оборону башен. Время от времени на твой город будут нападать зомби, и тебе предстоит защищаться всеми силами. Отправляйся на вылазки, стреляй диско-шарами, призывай хиппи и нанимай старушек-снайперов. В общем, делай все, что в твоих силах, чтобы спасти человечество от вымирания. Соскучился за легендарной зумой? А как насчет переосмысления серии? В Marble Dewey твоим врагом станет не время, а реальное чудовище. Весь геймплей построен на пошаговых сражениях, во время которых тебе предстоит продумывать каждый шаг наперед. У тебя, как и у твоего соперника, есть герои, которых нужно привести к победе. Определенной комбинацией шаров ты будешь выполнять определенные действия, будь то хил, защита или нападение. Тебя ждет интересный сюжет с историей героев, различные амулеты и поединки с реальными игроками. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и не пропускай предыдущие ролики. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!